Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Лалуна. Сегодня мы будем тратить 2 алмаза и 15 тысяч коинсов. Я знаю, что это не так много, но это все, что я успела скопить. На самом деле, я собиралась снимать трату алмазов, но, к сожалению, оказывается, я теперь не смогу донатить в игру, потому что у меня какие-то проблемы с тем, чтобы привязать карту к телефону. У меня вообще это не получается. Я не знаю, что случилось, поэтому... Вот так вот, хотя в итоге я составила себе огромный список того, что мне нужно было купить, и ничего этого купить я не смогу, к сожалению. Даже несмотря на то, что сегодня, и это было вчера, наверное, мне вернули за какую-то вещь 2 алмаза, где-то здесь это было. И я пыталась проходить задания из Grab.cm, и сегодня они у меня работают, большинство из заданий. Я набрала 86%, а там нужно 100, чтобы получить еще 2 алмаза. Так что я могла тратить сегодня целых 4 алмаза. Вот это да. Вот это да. Я уже составила себе, ну, список из лайкнутых того, что я хочу купить за коинсы. Например, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Это все вверх, потому что очень-очень мне нужен вверх. Мне, наверное, не хватит на вот эти 2 платья, к сожалению, но подумаешь. И я по порядку просто это все куплю, потому что я так, что? Где штаны? Где вот они? Хочу примерять это все со штанами, потому что вдруг я еще успею передумать. Изначально я планировала купить каких-то хэллоуинских вещей, пока не поняла, что Хэллоуин всего лишь один день. И, в принципе, у меня и так в игре будет образ на Хэллоуин. И декорации хэллоуинские у меня тоже есть. Поэтому как быстро уходят монетки в Зипета. Да и не только. Наверное, я куплю сначала красный свитер. Он похож на новогодний. А скоро будет Новый год. Вот такой вот топик. Очень красивый. Из них столько прикольных образов можно будет составить. Вот это да. Так. Топик. Я люблю очень сильно покупать в Зипета интерьеры, составлять какие-то крутые интерьеровые образы. О, вот это мне вообще напоминает Blackpink, образы Kill This Love, очень прикольно. И у меня в итоге осталось 3500 коинсов. Я могу купить платье, но они какие-то слишком летние, поэтому, возможно, я куплю их просто позже. Также мне нравится эта юбочка, вот эта обувь, но есть тут одна обувь, которая мне нравится немножко больше. Это вот эта обувь, поэтому мы, наверное, купим ее. Еще я нашла костюм от Дженни из одного ее перформанса. И даже 2 варианта. Один за 1 алмаз, а второй за 6. Даже не знаю, какой из них будет лучше. Я вот думала, что я куплю вот тратить эту причесочку. Эх, ну и ладно. Что я могу купить еще? Ой, она лысая. Что я могу купить еще? Мне нравится вот эта штука, но у меня такая есть голубая, я ее не ношу. Очки! Надо было их тоже купить. Покупаем, покупаем. Если кто помнит, я устраивала опрос, какие лучше взять. В итоге я беру те, которые мне самые понравились больше всего. Ха-ха-ха-ха. Платье. Я даже не знаю. Но я хочу, наверное, носочки такие купить. Насчет платья мы еще подумаем. И, наверное, один алмазик мы оставим. О, нет. Нужно сделать образы. А, ну вот у нас еще есть вот такой наряд. Его все-таки я лучше куплю, да. Волосы. Волосы. А, это из лайкнутых мои волосы. Мне вот эта прическа очень нравится. Мне кажется, она очень милая. Такая кореха забавная. Ну и вот это, конечно. Конечно, суперские прически, но мы будем выбирать то, что есть у меня. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Итак. Эти очки сюда, конечно, очень подходят. А где, кстати, очки? Вот. Надо их убрать. И, несмотря на то, что я купила себе очень классную обувь, я хочу сейчас поставить вот эту обувь. И вот такой вот образ у меня получился. Итак, сейчас я вам покажу, как я обычно составляю
образы. Этот раз у меня почти все готово, я просто хочу сделать один образ вот с таким вот верхом. Мне кажется, это очень удачный верх. К тому же он еще и не за алмазы, что на самом деле удивительно, потому что вещь очень хорошая и стоит не так дорого. Вот такие вот штанишки, они стоили один алмазик, и я их купила просто за алмаз, который я выиграла в лотерее ежедневные. Это очень классно. Вот такой вот у меня получился образ. Я, в принципе, особо ничего не меняла, просто я сейчас вам покажу, что я буду с этим образом делать. Я не знаю, мне в последнее время очень хочется поставить естественный цвет волос. Но мы подождем еще ноября. Окей, это очень странно, но... Ну все же. Идем в play и в функцию style. Когда мне сейчас это прогрузится, я вам покажу, что я буду делать. Style, вот он. Парам-парам-папам. У меня сейчас образ из всего этого, ну, либо краш, либо чик. И я думаю, что поставим чик и выберем цвет фона вот такой вот. Нажимаем next и постим. У нас тут есть сразу хэштеги. Хэллоуин, осень, я даже не знаю, стрит, наверное, пускай будет. И я поставлю какой-нибудь смайлик. Так. Вот этот. Нет, подождите. Это будет полезно для тех, кто об этом не знает, для тех, кто знает эту функцию. Скорее всего, это окажется самым бесполезным, что я сейчас рассказываю, но в любом случае, сейчас я создам несколько образов в свой профиль в стайл, в Zepeto, и вы сможете прийти сюда и примерить эти образы на себе. И если вы захотите, например, купить... вот эти штаны, то вы здесь их сможете очень легко найти и их приобрести. Я не понимаю, почему тут так долго грозится. Окей, ладно, сейчас мы создадим еще пару стилей. Я все буду выгружать вот туда вот. И все мои образы будут там. Там также вы сможете найти и ноготочки, как у меня, и любую прическу вот, из всех тех образов, которых я сейчас составлю. Так, раз у меня есть эти очки, мне нужен какой-то образ с этими очками. И эта прическа сюда не очень подходит, нужно что-то другое. И, наверное, вот эти вот рожки мы тоже уберем. Ноготочки я, пожалуй, оставлю, они мне слишком нравятся, чтобы их убирать. О, как раз я примерю вот эти вот свои ботиночки новые. Одежда. Наверное, что-то вот такое у нас будет. Мне не хватает только каких-нибудь носочков модных, например, вот таких. Но я люблю надевать под такие образы такие дикие колготки. И вот у нас готов образ. Сохраняем, и сейчас я его тоже... Сережки надо убрать. Итак, этот образ мы назовем. Мне очень нравятся эти очки. И по цвету я, наверное, хочу что-то такое фиолетово-розовое. Отлично. И стиль будет сессия. Это очень забавно, но мне нравится, что тут можно выбирать стиль. Поэтому сесси, наверное, все-таки. Или краш. Ну, она прям такая... И под хэштегом... Хорошо, пускай будет Алиса в стране чудес. Просто потому, что мне лень думать над тем, какой это стиль. Просто верх пижамы, юбка и колготочки. Я не понимаю, почему у меня не прогружаются все мои... О, наконец-то они прогрузились, чтобы я вам могла показать пример того, что вы можете делать. Наверное, если... Допустим, я хочу примерить вот этот образ. Нажимаем сюда и примеряем образ. Также мы можем купить сразу вот... Для всех тех, кто хотели купить такие вещи, как у меня, вы теперь можете зайти сюда и увидеть абсолютно любые вещи, которые я сейчас сюда выложу. Так как я снимаю это видео в два подхода, трату я снимала вчера, а это видео я снимаю сегодня, точнее, эту часть видео я снимаю сегодня, у меня вчера очень сильно болели глаза, я уже подумала, что я чем-то сильно заболела. Просто потому, что я не могла ни на что смотреть, у меня была дикая боль в глазах, я не знаю, что это такое.
мне успели подарить два вот таких вот наряда. Большое спасибо вот этим девчонкам. Я знаю, что мне еще очень много кто дарил подарки. Им тоже большое спасибо. Просто я не всегда успеваю показать видео и поблагодарить вас, потому что иногда я забываю, иногда я просто не успеваю это сделать, иногда у меня не подворачивается удачного случая. Так, создаем следующий образ. Я хочу сделать что-то около новогоднее, потому что вот этот свитер очень сильно напоминает мне Новый год. И, наверное, самой подходящей прической сюда будет либо вот это, либо вот это. Но так как мне вот эта прическа дико нравится, мы оставим ее. Я не знаю, что я буду делать снизу, потому что сюда очень подходит и эта юбочка, и эти штанишки, и даже шорты. Низ, кстати, я достаточно редко покупаю, потому что мне почти всегда очень важно, чтобы у меня было много верха, чтобы делать видео. Мне очень нравятся вот эти вот штанишки, потому что у них есть вот такая вот классная цепочка на талии. Мне кажется, что это выглядит очень стильно, поэтому я сейчас выберу или вот эти штаны. Нет, все-таки с цепочкой. Обувь я выберу. Так, у меня есть несколько выборов. Ха-ха, даже беленькие. А вот эту обувь я выберу, потому что я ее достаточно редко ношу. И теперь нужен какой-нибудь аксессуар, напоминающий мне Новый год. Я подумаю насчет того, чтобы сменить ей цвет волос. Что-то у меня уже надоело голубой цвет, к тому же не особо я снимаю видео часто с вебкой, с париком, поэтому... Ну, не знаю. Я ничего не выбрала из аксессуаров почему-то, так что давайте попробуем, я сменю прическу. Так. Пожалуй, на вот такую. Я ее тоже редко ношу, хотя она мне тоже очень нравится. Прическа Лисы из Kill This Love. В общем, я подобавляла несколько созданных мной образов в стайл Випета. Так что, если вы будете примерять мои образы, обязательно скриньте, выставляйте к себе в профиль. Я буду лайкать ваши фотографии, потому что мне такое очень приятно. Еще также я добавлю еще сюда несколько образов, но чуть-чуть попозже. Потому что, возможно, я себе и цвет волос сменю. Сколько прошло времени после того, как я меняла последний раз цвет волос персонажу? Неделя. Также для тех, кто не знал, в этом приложении всегда есть актуальная лента из самых новых нарядов, которые выкладывали в игру. Мы всегда можем их примерить. И иногда здесь попадаются очень годные вещи, особенно когда добавляют что-то от креаторов. Ну или просто вот, например, те же самые джинсы, которые с цепочкой. Не всегда, конечно, надо иногда полистать подольше. Например, мне очень понравился вот этот образ, и я хочу его примерить. Парарам-пам-пам-пам. Очень миленько. Кстати, образ полностью за коинсы. Вы посмотрите, какую прикольную вещь я нашла в креаторском магазине. Кстати, это вещь от Ленчи. Это... ютуберша, о которой я как-то уже раз рассказывала. Она снимает про Зипета, также она креатор вот таких вот 3D необычных вещей. А еще с ней можно будет встретиться в Зипета. Тут какой-то будет Зипета хэллоуинский ивент, где можно будет ее встретить. Это очень прикольно. Это что, тоже ее вещь? Да! Но выглядит, кстати, очень-очень-очень миленько. Миленько. Сейчас я вам также покажу крутую локацию. Скорее всего, вы о ней знаете, потому что достаточно старая локация. Она для креаторов и не для тех, кто создает образы. Это подиум, где можно примерить самые популярные креаторские вещи. Ну или вещи, которые выбирают создатели Зипета. Я, сейчас не особо разбираюсь в этом, потому что я особо никаких креаторских хитов не создавала. Парарам-пам-пам-пам-пам. Кстати, тут у нас русские ребята ходят. Я всегда этому удивляюсь, когда хожу в Зипету, и не знаю почему. Возможно, у меня хэштег стоит по локации, чтобы мне русские ребята вылетали. Возможно, я не знаю.
Вот так вот мы пафосно идем по локации. Mm-mm-mm. И я также хочу пойти померить, что там у креаторов интересного. О, мне нравится образ посерединке. Ауч. Итак, он будет стоить 31 алмаз и 1900 коинсов. Выглядит очень странно. Хорошо, а вот это как будет на мне выглядеть? Не менее странно, если честно. Но уже получше и 14 алмазов всего лишь. Неплохо. Неплохо, неплохо. А на другой стороне у нас что за мракобесие? Что это? Примерим. Ну, это выглядит как минимум странно. Окей, ладно. Пройдемся мы... Ой, кто-то деньгами разбрасывается. Что это за странная поза такая? Нельзя больше пройтись. Ну и ладно, хорошо, мы посидим здесь и похлопаем. А с вами была Луна, всем большое спасибо за просмотр этого видео, увидимся с вами очень-очень скоро, всем пока-пока.